пульс для сжигания жира. Простая формула расчета. Почему во время тренировки нужно следить за пульсом? От его показателя зависеть будет ли эффективна ваша тренировка для похудения. Существует 5 зон нагрузки на сердце. Подходящий, самый нужный нам и желанный пульс для сжигания жира находится в так называемой аэробной зоне. Для каждого человека эта зона находится в диапазоне от 70 до 80% максимально возможного пульса. Рассчитывается по формуле 220 умножить на 0,7, где 220 – это максимально допустимый пульс для человека. Х – ваш возраст. Рассчитывается по формуле 220 минус ваш возраст умноженный на 0,7, где 220 – это максимально допустимый пульс для человека. Х – ваш возраст 0,7 – диапазон пульса жиросжигания, кроме аэробной зоны. Во время тренировки организм работает в зоне малой нагрузки. На сердце. Начало тренировки, пробежки, разогрев тела, учащение дыхания. Затем при правильном построении тренировки переходит в фитнес-зону, которая находится между слабой нагрузкой на сердце и аэробной. В ней количество сжигаемых калорий увеличивается, но качественного изменения работы не происходит. Далее следует аэробная зона. Дыхание учащается, легкие увеличиваются за счет большого количества потребляемого воздуха. При этом функциональные возможности организма кардинально увеличиваются. В это время лучше всего расходуется жир, горят лишние калории. Следующий этап – анаэробная нагрузка. Подробнее о ней отдельно, так как она имеет другое значение для нашего организма. Как рассчитать пульс для сжигания жира? Попробуем рассчитать на примере. 220 минус 32 равно 188. Максимально возможный пульс для человека 32 лет. 188 умножаем на 0,7 равно 131. Это нижняя планка. 188 умножаем на 0,8 равно 150. Верхняя планка. Итак, коридор жиросжигания от 130 до 150 ударов в минуту. На хорошо организованной тренировке пульс очень скоро заходит в зону жиросжигания. Тренер, как правило, делает короткую паузу на его измерение. Безусловно, удобно пользоваться пульсометром. Лучше всего постараться его приобрести. Купив пульсометр, вы очень сильно облегчите тренировочный процесс. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!